Что делать? Мама, что нам делать теперь? Конец света. Уже через 15 минут. Я не знаю. Пойду в окно гляну. Летит. На улицу. Куда вы идете? Лучше за ним пойдем. Да. Прыгайте сюда. Надеюсь, вы нас не обманываете. Осталось 4 секунды. Вообще, как они так посмели? Сама в шоке, уже третий день. Где это мы? Это существа. Что, историю не изучала? Миллионы лет назад здесь жили эти зверьки. Ой, пусть бы себе жили. А что они здесь делают? Их вселенная взорвалась, и поэтому им приходится жить тут. Да, они до ужаса странные. Смотрите, у них же лап нету. Они что, разговаривать умеют? Умеют, конечно. Мы же тоже лошади, и разговариваем же как-то. Что же мы с ними будем делать? Вы что, серьезно считаете, что мы тупые? Нет. Да. Меня довольна. Да и правда, чем мы тут стоим. И что же мы будем делать? Искать дом. А на какой улице вы живете? На Сахарной. Поздравляю, теперь вы живете на Морковной. Как на Морковной? Ну, знаете ли, 25 тысяч лет все-таки, наверное, что-то меняют. Это, случайно, не ваш дом? Наш. Только этот дом несколько раз ограбили, и он уже не очень крепкий. Ну и что, главное, что он еще стоит. Как хотите. Надо глянуть в окно. Ура! Школа не сохранилась! Да, ура. Ничего себе сон. Надо удостовериться. Фух, это сон. Все на месте, елка на месте, дочка на месте, все. Мам, что с тобой случилось? Да так, кошмар приснился. Через 2 дня конец света. Мы попадем в мир каких-то пони, и они отыщут наш дом, там будет полный разгром. Далее, ну ты не спрашивай. Я сама-то толком ничего не знаю. Правда? Я не знаю, но это мне приснилось.